какой-то всадник будет ехать сзади вас, будет вот такая классная картина. Simulated wolf hunt by a golden eagle. Пожалуйста, вы все участники охоты, поможете мне, хорошо? So it's a kinko bird. Kinko bird. Kinko bird. It's the most powerful full bird at all. А можно вопрос? Вы не спрашивайте, можно. Пока вы спрашивали, можно, вы уже забыли, что... Девочка? А нет, это мальчик, пардон, пардон. А мне, ты же меня сам учил. Мы тебя потеряли. You lost your pigeon. He will stay in cage. Функция... Этого клобучка это как курок на ружье. То есть я снимаю с него клобучок и птица выстреливает. Сейчас. Let's go. Алга. Let's go. I hope he will come again. Сейчас смотрите внимательно. Где Соха? Кто видит его? Вот он идет. Вот. Hey. Look! Сейчас увидели беркута, до этого увидели кого? Сокола, еще есть ястреб. Вот ястреб, сокол, орел, беркут. Три птицы, которые люди используют для охоты. В мире много сотен хищных птиц. Все они для охоты не используются. Они хуже вот этих трех. Но хуже для нас, для людей. А в принципе у них очень много есть интересный образ жизни. Мы хотим некоторых из них показать. Что это? Его тут менеджер, потому что у него офис на балконе. Да. И пошел. Все, пошел. Он свое дело сделал. Пошел в офис работать. Manager, this girl not moving. You must move. Give it another, потому что у тебя не будет.